Каждый выпускник мечтает о главном событии школьной жизни – выпускном вечере. А потому подготовку школьники и их родители начинают задолго до бала. Чтобы помочь семьям с небольшим доходом подготовить ребенка к празднику четвертый год в Кузбассе, выпускнику предоставляется материальная поддержка в виде 10 тысяч рублей. Уважаемый выпускник, скоро для тебя наступит важное событие. Ты окончишь школу и вступишь в новую жизнь. Чтобы это событие стало по-настоящему ярким, праздничным, запоминающимся, администрация Кемеровской области принято решение о выделении материальной помощи в размере 10 тысяч рублей для обретения самого необходимого для выпускного вечера. Надеюсь, что эти деньги помогут в решении временных жизненных трудностей. Здоровья, счастья, радости тебе и твоим близким. Успехов и удачи во всем. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Оксана Эмикова – мама шестерых детей. В этом году ее старшая дочь Софья заканчивает 11 классов. О том, что их семья может получить губернаторскую поддержку к выпускному вечеру, узнала совсем недавно и очень обрадовалась. Ведь каждая копейка в большой семье на счету. А на туфли, платье и прическу уйдет немало денег. Я работаю на шахте, муж работает. То есть мы в Белоне там и там. Дети творческие. Вы знаете, когда Мангумерш нам помогает, это мы ему просто благодарны от души. То ли мы выдумали, где бы эти денежки взять. Да, там надо было урезать бюджет семейный. То ли мы как бы прекрасно знаем, что именно вот эти денежки, они нам пойдут на такую цель, которая действительно нужна ребенку нашему. Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей сегодня получили 60 беловских семей. 12 выпускников, проживающих в Беловском районе, и 10 школьников из Краснобродского городского округа. Осталось дождаться выпускного бала, чтобы блеснуть красотой праздничного наряда.